Картины на духовную тему – это направление выбрано Натальей не случайно. Она чувствует в себе особый дар. Любой вид таланта – это дар Божий. Если, конечно, человек работает для добра. И тут уже художник себе не принадлежит. Часто такое ощущение, что не ты это сделал. Духовные картины Наталья начала писать 10 лет назад. Первую работу «Плач об убиенных во чреве». Эта тема тогда только поднималась в России. То есть женщины убивают своих детей. Наталья Попова – многодетная мать. Время работать над картинами у нее есть только ночью. Но картин написано уже несчетное количество. Среди работ есть много портретов священнослужителей. Если сердце наполнено любовью к священнику, благодарностью, естественно, это выливается в картины. Выставка православной художницы состоится 21 марта в НКЦ имени Славского. Татьяна Баловнева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.